расширении SURF, которое создано для заработка и рекламы. Расширение работает с валютой доллар и кошельком Payeer. Вывод заработанных средств на кошелек моментальный, от 3 центов. В данном расширении 10-уровневая реферальная программа. Вы будете получать 5% от заработка каждого реферала со всех 10 уровней. Также расширение платит 5% от пополнения рефералов первого уровня. Это, например, когда ваши рефералы будут рекламировать свои сайты, привлекать рефералов, то когда они будут пополнять свой счет для запуска рекламных объявлений, вы будете получать 5% от пополнения их баланса. Сейчас давайте познакомимся поближе с данным расширением, и я сделаю первый вывод заработанных денег. Ссылка на регистрацию будет в описании под этим видеороликом. Проходите по ссылке, нажимаете «Регистрация». Прописывайте свой e-mail, придумывайте логин латинскими буквами, придумывайте пароль и нажимайте «Зарегистрироваться». Я несколько дней назад регистрировался и сейчас не помню, нужно ли подтверждать регистрацию. Если нужно, то подтвердите ее. Обычно после регистрации вам приходит письмо на почту, которую указывали при регистрации. Нужно будет пройти по ссылке и подтвердить свою регистрацию. После регистрации входите в свой личный кабинет, но для начала я расскажу, как установить данное расширение, чтобы начинать зарабатывать и рекламировать свои проекты. На главной странице сайта будет кнопка для установки расширения. Нажимаете «Установить расширение». Далее вы попадаете в магазин Google Chrome, нажимаете «Установить расширение». После установки в правом верхнем углу браузера у вас появится расширение. Для начала работы нужно залогиниться в данном расширении, указать логин и пароль, который указывали при регистрации. Раздел «Профиль». Вверху слева будет отображаться ваш баланс и кнопка для вывода денег. Когда вы накопите минимальную сумму для вывода 3 цента, у вас кнопка «Вывод» будет активна. Для того, чтобы вывести деньги, нажимаете на кнопку «Вывод», прописываете свой номер кошелька Payeer, указываете сумму, соглашаетесь с условиями и нажимаете «Создать заявку». Деньги моментально зачисляются на ваш счет Payeer. Ниже будет история по вашим транзакциям. Справа отображается ваша активность. Рефералы. Вверху слева будет отображаться суммарный доход от ваших рефералов. Справа будет отображаться активность ваших рефералов. Чуть ниже вы увидите свою реферальную ссылку, а также рекламные материалы, флеш-баннер. Есть возможность подключения счетчика к своей реферальной ссылке через Google Аналитик или Яндекс.Метрика. Ниже вы будете видеть всю свою структуру и статистику по вашим рефералам. Реклама. Если вы хотите рекламировать свои проекты, пополняйте свой баланс на определенную сумму. Далее нажимаете «Добавить баннер». Вас перебрасывает на главную страницу, еще раз нажмите «Добавить баннер». Прописывайте свою реферальную ссылку и ссылку на ваш баннер. Либо можете загрузить готовый баннер с вашего компьютера. Далее устанавливайте свою цену. Стоимость 1000 показов вашего баннера составляет 0,005 доллара. Так как это рекламная площадка, работающая по принципу аукциона, рекламодатель устанавливает цену, которую платит за 1000 показов CRM. В ротацию попадают топ-4 баннера с наивысшей ставкой CRM. Если вы установите расширение для заработка, то будете получать 50% от стоимости показа, уплаченного рекламодателем. То есть, если у вас установлено расширение, у вас будут показываться баннеры, и вы будете получать 50% от стоимости показа данного баннера. По поводу работы расширения расскажу чуть позже. Итак, о цене за 1000 показов я вам рассказал. Теперь нужно установить интервал показа. В правом верхнем углу выбираем, когда у вас будут показываться баннеры. Один раз в час, в день или в месяц. И нажимаем «Начать ротацию». Чем больше цена за 1000 показов, тем выше положение вашего баннера в ротации. То есть он будет показываться один из первых в топе 4 баннеров. Итак, как работает расширение? Когда вы гуляете по интернету, по сайтам, внизу экрана у вас будет показываться полоска с баннерами. Как видите, у меня показывается один баннер в данный момент. Здесь есть настройка, с помощью которой вы можете увеличить заработок на просмотрах баннеров. Нажимаете «плюс» и увеличиваете количество баннеров, которые просматривать вы будете в данный момент. Если вы один раз нажмете на «плюс», то у вас будут показываться сразу два рекламных баннера, если они есть в ротации. Например, как видите, в данный момент у меня показываются два баннера. Если нажмете еще один раз на «плюс», то у вас будут показываться 3 рекламных баннера. Если еще раз нажмете на «плюс», то будут показываться 4 рекламных баннера, и это максимально. А если нажимаете на «минус», то можете уменьшить количество показа баннера. Полоску с баннерами можно переместить в верхнюю часть экрана, нажимаете на эту стрелку. В левой части вы можете посмотреть текущий свой баланс. Также вы можете на данный момент закрыть рекламную панель, нажав на крестик. После этого расширение вам предложит еще 3 вида настройки, которыми вы также можете воспользоваться. Например, если я нажму «Не показывать на этом сайте», то больше никогда на сайте ВКонтакте не будет отображаться рекламная панель с баннерами. Если я нажму «Не показывать на этой странице», то на данной странице никогда не будет показываться панель с рекламными баннерами. И также можно временно отключить рекламную панель. Ну а если не интересны данные настройки, то просто нажмите крестик.
Ну а теперь я сделаю первый вывод заработанных денег на свой кошелек с данного расширения. За несколько дней накопилось у меня почти $1.5, нажимаю «Вывод», прописываю номер кошелька, далее сумма, соглашаюсь с условиями и нажимаю «Создать заявку». Как видите, в истории появилась запись о моем первом выводе, захожу в свой кошелек Pair, и здесь, как видите, мне пришел $1.27, 1 цент – это комиссия Pair. Нажимаю на «ID транзакции», и здесь стоит сегодняшнее число 14 июля 2054 1.27. Комментария, к сожалению, нет, но это точно деньги от данного сервиса. Если мы переведем на русский язык, то статус, как видите, успех. То есть деньги успешно мне переведены на мой кошелек Pair. Итак, друзья, как видите, расширение платит. Присоединяйтесь. Всем желаю успехов. Всего доброго.